Первый сезон конкурса «Плюс сайз красоты» «Леди Мармелад» еще с анонсов приковал к себе пристальное внимание. Проект подобного формата – новинка для нашего города, поэтому запускали его с особым волнением и трепетом. Дамы с мягкой талией обретали уверенность в себе и уникальные знания, а зрители проекта убеждались в том, что параметры красоты в 21 веке вне рамок и стереотипов. Сразу же в начале проекта было понятно, сезоном его существование не ограничится, а значит, очередная история обязательно случится. Он немного будет отличаться тем, что у нас будет целая большая часть преображения, то есть оно будет полное. От и до, по рекомендации стилиста, у нее будет работать целая команда. У нас уже есть команда визажистов Нюры Шенгиной от Центра эстетической косметологии Holy Land. Но нам еще нужны парикмахеры, нам нужны мастера маникюра. Любые специалисты, которые могут быть нам полезны, пожалуйста, обращайтесь. Мы найдем, что исправить, найдем. Каждая участница проекта – это наш потенциальный клиент в будущем. И я думаю, что надолго. Ну, главное себя зарекомендовать как профессионала. Мы не делаем большой упор на внешность. Ну, конечно, должна быть эстетика. И поэтому мы будем как бы помогать женщинам преображаться, давать какие-то свои рекомендации. Но это будет, конечно, не в принудительном порядке. Концепция будет такая же. В течение там 6 недель они будут проходить всяческие мастер-классы, тренинги, игры, участвовать в презентации партнеров. Но помимо всего, они также будут заниматься репетициями и подготовкой к гала-шоу. Также будут опять разыграны денежные призы. Я думаю, он будет еще интереснее, потому что первый все-таки он был как такой сумбурный, да, немножечко мы так как котятки слепые шли, как бы никто ничего еще не знал. То есть все по крупицам, все это собирался весь этот конкурс. Сейчас уже более осознанно, наверное, исходя из наших там каких-то видео, тренингов, все это будет уже более или менее понятно. Но я, конечно, да, я буду, конечно, завидовать, что девчонки, там столько будет внимания. Чувство опустошенности после напряженной подготовки и выступления на публике знакомо каждому, кто выходил на сцену в качестве конкурсанта. И чтобы не после завершения проекта девушки решили продолжить общение теперь уже в формате клуба, куда, кстати, стали приходить подруги и знакомые со схожими интересами. Все участницы из первого сезона, они не хотели с нами расставаться, потому что действительно мы встречались с ними и после проекта, и они многие нам давали обратную связь, что у них разделилась жизнь на до и после. Они не захотели с нами расставаться, и мы как бы для участниц проекта, и сейчас уже у нас очень много и так как бы не участниц, они у нас пришли все к нам в женский клуб «Леди Мармелад». Идея этого клуба и создалась, потому что мы с девочками, ну, сдружились, то есть там и переписываемся, и общаемся, то есть кто-то, возможно, встречается и дружит, то есть и на основании этого всего нам так понравилось вот это все общение, поэтому и создался этот клуб, соответственно. На базе клуба у нас есть портфолио у каждой девушки, которых можно использовать в съемках рекламы, во всяких презентациях, они с радостью идут во всякие проекты, потому что нам очень доверяют, и как бы мы им плохого не посоветуем, потому что действительно относимся к ним, ко всем, как ну, к близким людям, потому что и мне, и моей команде все боли как бы полного человека, они известны прекрасно. Поэтому нам легко вместе все это преодолевать. 6 недель мощной проработки личности, перезагрузки внешности, обучений, тренингов, мастер-классов, съемок, подарков, работы с наставниками и, конечно же, дружбы. Старт сезона запланирован на 5 апреля, а пока организаторы находятся в поиске новых партнеров, новых участниц и новых идей.